Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда Барон. Перед просмотром данного видеоролика немножко предыстории. У меня была машина Феррари, которую я фармил все лето и, собственно говоря, наконец-то ее выбил. Но по счастливому стечению обстоятельств я ее решил продать. Продал я ее для того, чтобы открыть контейнеры. Контейнеры я особо никогда не открывал, особенно премиум контейнеры, я вообще их никогда не открывал. Ну а что мне выпало, вы увидите в этом видеоролике. Желаю всем приятного просмотра. Люди там заряжены, потому что если... Ну вот эти вот суммы, они чуть ли не первоначально стояли, реально, по 7 миллионов. Кто-то очень любит, я так полагаю, свои деньги. Здесь тоже Алекс типа ставит или нет, а ну? А, нет, тут какой-то Фернандо, слушай. Даниэль Фернандо, 50 минут до начала. Так, это хорошо. А тут Алекс или тоже какой-нибудь Фернандо? А, вот Алекс, короче, ставит. Купил гелик. Поехали. Похер вообще. Дороги, бездорожье, все, что хочешь. Зато гелик в лизне. И все, и едем. Спокойно. Ну что ж, многоуважаемые, давайте посмотрим, что там на контейнерах у нас сегодня расположено. Какие ставочки финальные сделаны. 7 миллионов, 8 миллионов, я понял. Не, я за первый больше контейнер, премиум 1. Наверное, его и будем открывать. Здорово, бандиты. Как дела? О, чё ты, готов ставить 10 миллионов на этот контейнер? Ну, слушай, 12 минут. 6 миллионов Алекс, 8... А, погоди, Алекс прям перебивает, прям хочет этот контейнер, значит. Ну, слушай, я тоже не пальцем деланный. Слушай, да неплохая машина так-то, знаешь ли. Ну, если так посмотреть. Рампа такая, чисто подкидывать всех, знаешь. Нет, хорошая машина. Да какой нахер, братан, не... Похрену вообще. Я потом посмотрю, что на втором выпадет. Мне кажется, на втором говнище выпадет конкретное. На втором говно. На первый надо забирать. Нет, первый. Ребят, как бы там ни было. Запланировал. Я еще со вчерашнего дня. Я сидел, сразу продал свою феру. Всегда вот сидел, думал, думаю, не, открываю первый и все. Вот. Всего. Я вижу, что зашел. 9400 лью, пацаны, погнали. Давай. Бал, ты либо льешь, либо не пьешь. Красавчик, барон Корон. Зачем, барон? Ну, ты SF90 продал, купишь, крутишь один контейнер и все, и на голосе катаешься. Нет, я больше буду крутить. Сейчас все будет. Так, погоди, а может и тот перебить? Погнали, тот еще перебьем. Так, пацаны, погодите, сейчас я посмотрю, сколько у меня денег. А, на этот пока не хватает. Хотя с херали не хватает, слушай-ка. Забирай, не забирай. Ладно, сейчас подожди, Фернандо, сейчас главное забирай. Блин, надо до банка доехать. Давай, едь. Да погоди, а время-то уже... А, так тут минута, ё-моё. У тебя 200 тысяч наличкой, блин. Так чё, не, у меня на балансе этого еще есть. Блин, давай, может быть, этот. Да давайте, похуй. Все, я до банка, пацаны, сейчас приеду. Чисто долбоёб, блядь, такой. Пацаны, блядь, ждут. 5 минут продлил, блядь, съебался до банка. Я поеду, сейчас все, миллион возьму. Отвечаю. Сейчас приедем. Фернандо перебивает, ты понял? Фернандо перебивает, короче. Тут тоже Фернандо перебивает. Фернандо хочет эти конты, блядь. Хочет он их забрать. Не, я жду, мне похер. За вот этот, за первый отвечаю, принципиально буду биться. Но немного. Не трогай меня. Кого тебя? Да тут уже 10,5 миллионов. Ты чё, братан, гонишь? Как открывается не 5 минут? Тут уже 10,5. 10,600 валяется. Тут Фернандо 10 бахнул и на тот, и на этот. Сейчас дропается. Ой, ничего не выпадет. Все, все. И сразу в розовый ее. И под Макана. Чё выезжаешь? Базару нет, я его не хотел. Отвечаю. Ладно, давай второй. А вот здесь говно должно. О, ебать. Каунтач. Этот сливаем нахуй. Ну, в гос. Подожди, барон, поем отъедем. Поехали.
А чё это за хуй? А, это с этого, блядь. Это каунтач, подожди, не уезжай. Чё ты его за сколько выбил? 10600. Сколько он стоит вообще? Ну, тут ты только в гос сливаешь. Ага, ну все, хорошо, давай, базару нет сейчас. А как его слить? А, я, подожди, 10600 у тебя говоришь? Блядь, я бы за 5300 у тебя его... Хотя нет, хуйня, как будто я его все равно в гос слил. У меня каунтач просто новый, 22 года. Это 93 года каунтач у тебя. Или от сколько под? Подожди, 93-го ведь? 93-го. Я просто не помню, они то ли 93-го, то ли 98-го. Поехали всё, дальше. Слил уже, блядь? Да, конечно, да. А чё нахуй мне нужен? Ёбаный рот. Да ладно тебе, успокойся, блядь. А чё ты хотел купить по сливу? Да я бы взял, хочу да, этот ещё, блядь, взять, нахуй. Да, там 500. Всё равно только слив гос и всё. Всё, сейчас пойду, значит, ставку 1,5 миллиона в казик сделаю. Да,